с провинциалом знакомая корова промычала а я впервые услышала ее а, а будет какой-то это, как это называлось в мои годы, подложечка какая-то будет, а сказать, такая медленная, эротическая музыка. Конечно, любая. Не, не эротическая, а эротичная. Медленная, эротичная музыка. Михаил, любое пожелание. Вот так Да, отлично, просто прекрасно. Всем привет! Девушка зовут Даша. Я первый раз в жизни ее вижу, но она настолько обворожительная и посылательная флюидами, что если я буду заикаться в эфире, то это не от того, что я старый от того, что либо я по вам сильно соскучился, дорогие радиослушатели, либо от того, что справа от, от меня незнакомая женщина и я уже отвык от э, того, как вести себя в этих ситуациях. Михаил, и, за этот час я надеюсь познакомиться с вами поближе. Э, ну, можно посмотреть твой паспорт, если у тебя там нет печати. Э, там да, две печати. Дв одна за, другая против. Аналогично ну, Ватсон. вас. чем мне сказать, что Даша тоже приезжая, она тоже провинциалка, когда она начала поступать служить на радиостанции Ребный дождь», то человек, который меня принимал 21 год назад, дал ей задание, и темой выступления было «Как тяжело провинциалу в Москве». Это правда. Я помню себя, приехавшим в январе 2000, 2000 года в Москву. Кстати, ровно 20 лет назад я 21 год назад я приехал в Москву. Уже 22. 22. точно. 22, ровно 22 года назад я приехал в Москву. Именно 19 января я первый раз встретился с Савицким и Синдеевой с руководством «Серебряного дождя», и 7 февраля 2000 года я первый раз вышел в эфир. То есть мы отмечаем сегодня не круглую, но практически первую дату первого моего появления в этой студии, вернее, не в этой. Это была студия у черта на рогах, как сейчас я понимаю, в, в «Серебряном бару» на улице Демьяна Бедного в доме номер, по-моему, 24. это такое намоленное место. Я там рядом снимал квартиру в Серебряном Бару на улице Новикова Прибоя. И так хорошо себя чувствовал. И а вы начали это снимать было... квартиру уже после того, как попали на радио? Да, И... я, я первые пару месяцев жил у друзей, ага. да, потом я искал квартиру. Если сейчас спросить меня, сколько стоит квартира, то мне не поверите. И Однокомнатная квартира изолированная, прекрасная на новой комнате. Прибой в соседнем доме с, с Сашей Серовым. 150 долларов я платил да ладно. в месяц. 150 да долларов. Только не спрашивай меня, пожалуйста, сколько вы бы мне платили. Нет, я просто... Дожде. Я хочу найти человека, который сдает квартиру за 150 долларов. Нет сейчас таких людей, сейчас нет таких цен, но... Потому тогда... что мне стало сейчас даже немного грустно. Завидно, да-да-да. да, да. 150 долларов раза. я платил за квартиру. Единственный минус этой квартиры был то, что незамужняя хозяйка, весьма женщина средних лет, и такая полненькая, хорошая Она имела ключи от квартиры И время от времени, раз в полгода Все-таки э, заходила ко мне с, цель, с целью проверки жизненных условий Обычно с тортиком. Меня не смущало то, что она заходила. Меня смущало то, что она заходила, располагалась на кухне и желала пить чай со мной. И это было очень тяжело, потому что... Ну, тяжело. Но ну, чего я... не я... сделать ну, ради, ради 100, 150 долларов. Итак, сегодня уже с Принсалом. У нас куча телефонов. Сейчас Даша их огласит, как можно с нами связаться. Да, с нами можно поговорить. А, а все написано о... же, В живом да, здесь. Да, режиме. 730-101. Это телефон прямого эфира. Наш смс-портал, так мы его называем. Там есть у нас и WhatsApp по Viber, и все что угодно, плюс 7903, 797, 6333, мы с Михаилом с удовольствием почитаем, поговорим с вами и порассуждаем на какие это, это что темы. надо нажимать? Вот, а э я все я... нажму, Михаил. Вот чтобы у меня тоже было. А вот тут надо будет, когда мы... А вот же у вас, смотрите, вот туда, вот другой монитор. Другой монитор. Поменьше, который, да. Вот а, -а, -а вас... здесь все по-новому. Ну так, Значит, конечно, И студия это другая, и квартира теперь моя рядом находится. В этой студии я тоже был частным гостем. Но не, но не та, с которой вы начали, правильно? Да, зато в, в помещении, вот в этом помещении, именно в этом я провел тоже прекрасные годы. А в соседней комнате, на кухне, я приготовил столько вкусной еды, что, я не знаю, тоннами можно, наверное. Прям сейчас можно... Подождать? Сейчас нет, нет, это было по вторникам. Была очень интересная история, если вспоминать, откуда появился кулинарный проект, меня спрашивают, я вам расскажу. Что пришла одна очень известная фирма, производитель оборудования для приготовления пищи, и сказала, нам нужен проект, мы хотим рекламировать микроволновки. Это было еще для Демьяна Бедного. Я придумал проект, что давайте готовить в студии. Мы начали готовить в этих микроволновках, и программа выходила сначала в среду, по-моему. Да. Мы готовили вечером прямо в студии на Владимир Рудольевича Соловьев, который выходил в четверг утром, возмутился и сказал, что пахнет жрачкой. И меня перенесли на четверг, чтобы воняло утром Гордону в хмуром утре. И он становился более веселым Или оставался таким же хмурым а, Кто? Гордон? Гордон? А он по-моему, всегда, всегда в одной паре Нас тогда называли золотая тройка серебряного дождя Гордон, Соловьев и Плотников Это были совершенно чумовые времена Я сейчас зашел в гостевую И нашел кучу фотографий Где мы, мы все вместе Это все было, конечно, здорово Итак, uh, пишите, добрый вечер, Михаил. А, вот, пошли с нами. Добрый вечер, Михаил. Где uh, Армус? Я не знаю, где Армус. Дом, наверное. Дом, наверное. Да. Uh. Еще добрый. Я, я вообще не понимаю, Мо мои вверху или мои внизу. А вот э, все, которые есть, они и те и есть. Можно на меня вообще делегировать всю, всю На задачу, тебя не да? могу, тебе могу. Можно и мне, за, да. забыли, забыли, наверное, тебе предупредить, что я был э, до работы на радио в учительнице русского языка и литературы в школе. А я логопед, дефектолог. Это я же слушаю, это разные вещи. За да, Ты учишь да? говорить правильно, Запускаю а я речь. Говорю, учу говорить грамотно. Это прекрасно. У нас да. получится отличный тандем. Да. И я еще по, по старой памяти подстраховался, я еще включил прямую трансляцию на своей странице в Фейсбуке. Если кто-то по какой-то. Я сейчас объясню, почему. Э, куча народу сейчас находится в местах, где э, серебряный дождь может не принимать. Ни не в интернет-вещании, ни в эфирном. Ну, такие страны есть, угу. где не, не, не вещает серебряный дождь. А на Фейсбуке он вещает и... И вот прям он прямая трансляция: все видно, все слышно. Я, правда, не, не, не смогу читать сообщения, потому что у меня разбегаются глаза. Еще нас видно, вас видно, даже вот так будет правильно сказать на ютубе на нашем на нашем дождя 19 я все-таки должен понять где же где же а вот видите зеленая такая лампочка смотрит вам в глаза тут написано на ней вас видят это значит что вас видит сейчас наш официальный YouTube канал так что туда тоже можно писать комментарии я их уже прочту а пишите в общем у нас сегодня есть два приза я же не могу без подарков прийти на серебряный дождь так получилось, что я переквалифицировался из радиоведущих, из телеведущих в писателей и поэты. И недавно вышла в издательство «Эксмо» книжка моя. Называется она весьма лирически, не с любовью пишется раздельно. Там есть стихи, есть проза, да, вот я не знал, что со мной будет такая красивая девушка, я бы тебе тоже принес. Ну а так у меня я есть до две, книги, две книги, которые мы сегодня разыграем. Я не знаю, как это будет происходить технологически, может быть, за лучший вопрос, это самое самый дебильный способ разыгрывать подарки в прямом эфире. Задайте мне самые. Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую... Не помнишь этот мультик? Нет, не помню. Кто похвалит меня лучше всех... Был такой мультик. Тот получит большую э, сладкую конфету. Нет? Нет, к счастью. К счастью, это мультик про подхалимаш. Я его не <с Pop> смотрела. А. <зв> да. Ужин с провинциалом. Ура, Михаил, да Даша, добрый вечер. Станислав Пятигор. 21 год назад, когда еще WhatsApp не было, мы с э, э, смс стоили дорого. Мы писали. Ну, ну слушайте, все было. Где вы, э, вы так редко бываете в Москве? Украина, Казахстан, Израиль, где теперь ваш дом ваша работа? Отличный вопрос. Я не могу на него ответить. Прямо, когда меня спрашивают, где ты живешь, я говорю: в самолете. Место работы основной у меня Казахстан сейчас. Я чаще бываю там. Достаточно долго я прожил и проработал в Украине. И, пытаюсь, и, и сейчас а там что-то народить. В Киеве, естественно. В Киеве? Киеве, а в Харькове любимом. бывали? Я в, в Украине мало городов, где я не бывал. В Харькове у меня очень много родственников. Да, что? ну где, какой же еврей не имеет родственников в Харькове? Как будто да, вы мне сейчас задаете, я не всем в этом да. признаюсь. А зачем, если тебя видно в эфире, то зачем в этом признаваться? Меня не видно, я камеру только для да. вас. Не ну а что ты сейчас э, взяла и сама себя сдала? Ты сказала, а я при чем здесь сидеть? Какое не я отношение хотела, имею? Я не хотела, не могу. Ну, так, сказать, поэтому не могу. я могу сказать, что ты меня попросила, чтобы я... как как-то сказал всем об этом. Понимаешь? А вам, кстати, очень много пришло комментариев в Ютубе. Вот что я хочу сказать, про который я говорила. Как приятно слушать эфир серебряного дождя ностальгия. Привет из города Орел. Пишу О, мне. в Орле мы были, да. в Арле мы Михаил. тусили. Мы много где были, и много откуда вели эфиры. Так я все-таки закончу ответ на вопрос. Я у меня остался дом в Москве. Остался. Ну, не в Москве, под, под Москвой там живут мои дети, внук, бывшая жена, мы все вместе. У нас такая коммуна. Я бываю достаточно часто в Израиле, там у меня съемная квартира. Вот. Но там я скорее, наверное, отдыхаю или как-то перекантовываюсь. Вот. Формирую свое отношение к этой стране весьма неоднозначное. Кстати, в этом году я попал первый раз под бомбежку. У меня много ярких впечатлений этот год принес. Ковид, я полежал в больнице в Химкинской районной, удивился тому, насколько хороши и бескорыстны наши врачи, и прям готов был аплодировать. Потом я попал после этого в Израиль. В мае месяце я живу в городе Аждот и попал под бомбежку под палестинскую и ощутил себя в новом качестве. И это было такое впечатление и такой жизненный опыт, что я долго примирялся с действительностью. Потом вышла книжка, что тоже было таким важным событием. А потом случилось то, что выбило меня из, такого, из седла надолго. И у меня были по -по -по -к, в связи с выходом книжки, мы решили сделать несколько там, моих выступлений, поэтических концертов. Одно было в Волгограде, одно было в э, Киеве, завтра будет в Москве. Кстати, можно себя прорекламировать. В книжном клубе Достоевский на Воздвиженке в доме номер один, в 7 часов вечера, будет завтра. 7, по -моему. То есть да, в по-моему. Да, поэтический вечер. Можно проситься, там бесплатный ход, только иметь с собой маску. Я, правда, мне говорят, что там очень... я никогда там не был. <гас> У меня на самом деле завтра эфир в это время. Да, что там не очень большое помещение, и мне не все поместятся. Но я думаю, что как-нибудь. И можно получить автограф. Так вот, и последний вечер был в Киеве, большой поэтический такой концерт прямо. И я впервые продавал себе то есть я работал во многих концертах, где мне платили деньги, но я не был э, лицом на афише. И это другое отношение. Тебя купили ведущим, заплатили тебе бабки, и ты кайфуешь. А когда люди платят деньги, чтобы идти на твой концерт, ты выходишь на сцену с совершенно другим ощущением. И прям ну страшно, страшно. Причем если я давал концерт в родом Волгограде, и билет стоил там 400 рублей или там 300 рублей, ну какие-то смешные деньги. 3-4 доллара, 5 долларов, то в Киеве, например, билет стоил там, 20 долларов. Был полный зал. Это так прям мурашки по телу. И я начал понимать э, своих друзей-артистов, которые мне рассказывали про эту энергетику и про, эти, про эту ответственность, про эти обязательства, про вот это ощущение э, того, что ты должен. Вот должен. Если тебе платят не спонсор и не организатор, а зритель, то ты работаешь совершенно по-другому. И это. Я всегда смеялся, говорил, что человек должен на сцену выходить, и вне зависимости от своего состояния, работать так, как, как должен. Но это разные вещи. Абсолютно. Вот. О. Как ваше мнение, что сейчас происходит в Казахстане? Вы знаете, я... у меня был билет в Казахстан на 9 января после новогодних праздников. Я должен был лететь в Казахстан, работая под Алматой. Это трагедия. Причем серьезная трагедия. Я плохо представляю, что там происходит, потому что я далек от событий. Но надеюсь, что все наладится. Страна с очень добрым и веселым народом. Причем, когда я первый раз приехал в Казахстан, это было 6 лет назад. Работать, то я удивился тому многоязычию и той то такой взаимной любви. Казахи, русские, чечены, украинцы, армяне, грузины, евреи, турки. И все это было так многонационально, все это было так по-доброму. Ну, для меня удивительно то, что там сейчас происходит. Честное слово, не могу дать никаких оценок. Ну не могу, не понимаю. Не, не вот открыли с завтрашнего дня рейсы, полечу на следующую неделю. Хотя страшно. И надолго? Как, как работа, ну не знаю. Как... Обычно я там провожу 2-3 недели. Месяц, потом на 2-3 недели уезжаю. А вахтовым методом работаю. Вот, так что. Но мы тогда будем ждать вашего возвращения всенепременно. Можно так сказать? Всенепременно. Да, всенепременно можно. Отлично. Приятно Отлично. слышать ностальгия по передачам. Да, ну спасибо вам большое. Вот, я у вас очень изменился голос. Я сначала не верила, что это вы, пока не включила YouTube. У меня изменился голос. Мне говорили, что голос ⁇ это единственное, что человек не меняется Это неправда. Голос меняется. Да? Голос, как уже я здесь могу включить свои знания, да? Да, голос да, да давай, блесни, блесни. А, так, поехали, так, поехали. Голос, конечно же, меняется в соответствии с возрастом. То есть мы голос ломаем, меняются голосовые складки, меняется их позиция, меняется... Последнее изменение, в каком возрасте происходит? Тут бесконечно, смотря сколько человек живет. А голос... в какую сторону он меняется? В сторону. Нет у -у стороны. У... Улучшение или ухудшение. Нет, стороны. Это же вопрос риторический: что значит улучшение или ухудшение. Тут кому что нравится. Я считаю, что голос он мутирует вместе с человеком. Он становится более мудрым и красивым. Да, я сейчас тогда сейчас выступлю. Мне, когда я начала работать на радио еще в Волгограде, в 90-е, я не помню, в каком-то году когда мне хотели делать комплимент девушке, они говорили, что у меня очень эротичный голос. Все так и осталось. Да. Но если он изменился, то есть голос меняется, тембрально, наверное, да? В этом плане тоже я бы сказала, знаете, как я бы назвала ваш голос, каким такой голос с мягким таким хорошим песочком. Вот, песочек, о -о -о. когда А с какого как места песочек то сып сыпется? <thoughtful> я, я ждала эту шутку. Это дед я, не я, шутка, я ждала но... Эту шутку. Я, я думаю, что... А, ни из какого, надеюсь, не сыпется, потому что если откуда-то сыпется, надо почки проверять. А все-таки голос с песком... Это я любая, я тебе скажу, вот что тот песок, который надо проверять, он выходит обычно с жидкостью, он не сыпется. Я знаю. Да, К сожалению, я знаю, как он выходит. Поэтому, да, не хочу углубляться в это. Вот, могли бы вы это знаешь, ну, это обычно разговор с мужчинами, да. У меня есть рассказ на эту тему, поскольку я пишу и стихи и прозу. У меня есть повторение подражания Бродского. Я тоже просыпался этой ночью. Дважды причины я прошу прощения, прослаки ты жажда. Вот. Так что да. Надо бы уже кого-то пускать в эфир. Если мы, мы повторим телефон, и кто-то нам... За... Да, может нам кто-то захочет еще процитировать стихотворение Бродского? Нет, более... я цитировал свои стихотворения. А, а может Бродского кто-то нам захочет? Я не могу, я устала от Бродского. Я очень люблю Бродского, но в связи с тем, то ли Facebook так работает под меня, я открываю Facebook. И на меня броски это всюду. Потом... Какие-то литературные страницы одной девушки, второй девушки, третьей, клубы бросков. И броски сыпятся, сыпятся, сыпятся. Я, я клянусь, что. А какие бы стихотворения вы хотели послушать, Михаил? Послушать? Я что-то опять не то сказала. Я не знаю, я я, я читатель стихов. Нет, а если бы кто-то сейчас их декламировал. Я э, очень у меня есть целая лекция вот в литературном на тему декламации стихов. Я э, очень с большим с большой осторожностью отношусь к декламации. Я mm -hmm. считаю, что чтец это вообще такая редкая профессия. И из тех, кто мне попадался, их там, наверное, 5-6 хороших таких гениальных часов, там Герд, Казаков, там, может быть, Смоктуновский, Лановой. А вот ны нынешние актеры, которые читают стихи, они... я никого практически слушать, не хочу, не хочу никого обидеть. Вот недавно тут было празднование а, юбилея победы в Волгограде в моем родном. И читали московские звезды, читали стихи на ну, моем кургане. Но ну, это ужас, я был готов бежать, мне казалось, что а это Может быть, есть неизвестные нам люди, чьи а, имена, мы не знаем. Ты знаешь, они я решил для себя давно вопрос. Стихи в чьем исполнении мне близки, еще до того, как я начал писать сам. Стихи лучше всего читают поэты, авторы, uh -huh. а, даже не свои, потому что они понимают, о чем они писали. Может быть, не очень красиво, но это очень искренне. Но лучше всего, даже лучше, чем поэта, стихи читают училки русского языка и литературы. У них цель другая, в отличие от актеров. Актеры любят себя в поэзии. Ну, как Станиславский говорил, себя в театре. Любите да, 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 искусство. да. Вот э, актеры, которые читают большую часть, на мой взгляд, опять же, никого не хочу обидеть. Актеры э, любят себя. То есть они играют стихи, проигрывают их. Но не проигрывают, в смысле, проигрывают их как на деньги. Деньги проигрывают. Нет. Проигрывают как в театральном смысле. Отыгрывают. Э, да, да. Вот это вот. вот. Это подача должна быть. Придыхание должно быть. Вот это, вот это вот единственное место времени и действия. Или наоборот. А учителя любят поэзию. Они понимают, зачем они читают. Они читают детям без всякого коммерческого умысла. У них обычно есть многолетний опыт чтения стихов. Мама хорошо читала стихи, очень она была учительницей русского языка и литературы, и несмотря на то, что она страшно картавила. Страшно картавила. Ну, что значит страшно? Может быть, да. это была ее изюминка. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Вот это было. Вот, вот. А школы чтецов, ее практически нет. Вот пандемия, кстати, принесла Девальвацию нашей с тобой профессии Я просидел 5 месяцев в Израиле Не мог улететь в позапрошлом году Когда начался весь этот кошмар Была закрыта страна Я приехал Я признаюсь честно сделать американскую визу В израильский паспорт И сделал американскую визу там, 8 или 9 марта 8 марта не празднует в Израиле И через 2 дня закрыли страну На 5 месяцев я не смог улететь С марта по конец августа я был в Израиле мне ничего было делать, у меня не было работы. Я вел какие-то кулинарные эфиры, я вел какие-то там, сделал какие кучу каких-то проектов Инстаграма, э, Facebook на И вроде как мы веселили друг друга, потому что народ пребывал в состоянии такого полного, пардон, э, такого прям совершенного непонимания, что происходит. И люди не знали, что делать. И я вдруг увидел в Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе столько ведущих. Столько поваров, чтецов Коучей, психологов Это правда. И всей Это правда. этой Ну не, я не могу ругаться Ерунды, Ерунды? причем люди э, Серьезные Вроде бы э, слушали и, и смотрели, не, не делали это сами, а слушали и смотрели. А то, что народ э, нес и несет, продолжает нести, я от этого тихо тих офигею, и я понимаю, что, ну, Господи Боже мой, мне даже захотелось захотелось возврата художественных советов и каких-то э, барьеров для допуска в профессию. Михаил, Реклама? мы скоро должны да, уйти на рекламу, но прежде чем мы уйдем, нам тут написали сообщение такое, которое не могу не заметить. Предложите Даше перейти на ты. То есть слушатели ждут, когда а вы я при чем мне здесь? предложите перейти на ты, потому что я А, сама пред... я, я, а, а когда тебе я должен предложить? Да. Тебе да. перейти с одной на ты. Да. Тебе сколько лет? Мне 30. 30, может тем, кому за 30 могут со мной. меня еще до 30, на самом деле, мне совсем немножечко... Ну, ну давай, я ладно, осталась, ну я зачем, давным, зачем? Говорю, выглядишь, ты, выглядишь ты просто на 20, поэтому я как-то вот подумал, вот. что тебе неудобно мне тыкать будет, но конечно, если тебе за 30, не, неудобно. тыкай, тыкай. Мне не за 30, но тыкать я тоже не буду. Это просто, просто я хотела услышать предложение. Можно или нельзя? Можно, но, можно, конечно, а можно. Все можно, вообще вопрос, ничего... Действительно, с... прервемся. На чуть -чуть. Сейчас прерываемся да? прям? Да? Да, давай. Сейчас. Alum.